Ребята, всем привет! Время 8 утра, и я сейчас в роли спецагента на очень засекреченном задании. Иду тут выполнять очень важную миссию. В общем, наша подписчица была в Вегасе, и нас не получилось не встретиться, и она оставила нам посылку в одном из номеров. И я сейчас иду его взламывать и искать эту посылку. Вот дверь ее номера. Здесь она оставила ключ. Так, вот и посылочка. Паш, забери цветочек, жалко оставлять. Блин, прикольно. Теперь надо закончить миссию и забрать ключ. Все. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пш-пш. Специальный агент Даша. Ваша посылка получена. Мы ее распакуем дома и все увидим. Пш-пш. Конец связи. Всем привет. У нас уже время обеда. И я только что приготовила курочку с киноа. Сейчас вам покажу, как это выглядит. И я сейчас соберусь, не буду краситься, ну, точнее, я немножко накрасилась, нанесла только тональный крем. И поеду сейчас в гости к Николасу, потому что Паша сейчас дома нет, он поехал по всяким делам, связанным с машиной, потому что мы хотим сделать бампи все-таки, поставить на нее. Вот, ну и, в общем, он поехал узнавать по автосервисам, и я осталась дома, мне это не очень интересно. Вот так вот выглядит мой обед, у меня здесь жареная курица и киноа с авокадо. Всем приятного аппетита. Я, кстати, вам не сказала, почему я не накрасилась-то. Я, в общем, хочу снять с Николасом видео, как он мне делает мейкап. Вообще не уверена, что из этого что-то прикольное получится, но посмотрим. Вот, а сейчас я заказала Uber. Иду к водителю, чтобы он меня довез до Николаса. Так, за мной уже приехали, вот на машинке. Hi. В общем, я приехала, со мной все хорошо, и уже Николас идет ко мне навстречу. Hello, guys. Привет. Привет. Смотрите, у ребят стоит наш подарочек. Тут вот. Yeah. Do you like it? Yes. 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 Do what you love, I'm doing what I'm love, okay? Фотошут! Фотошут! В общем, мы тут все попередумали и решили, что я буду макияж делать Николасу, а не наоборот. Макияж! И... Макияж, мейкап. Yeah. Yeah. Вот, поэтому я тут немножко себя чуть-чуть подкрасила, и мы сначала сейчас пойдем пофотографируемся. Вот, мы это дело любим. И потом уже, если останется время, то снимем видео, как я ему делаю мейкап. Мейкап. Мы вышли на улицу, и Николас меня куда-то ведет. Мы сейчас идем фотографироваться вначале. И вообще не знаю, успеем ли мы записать видео, потому что вот эта соберушка просто 2 часа копался. 2 часа он ходил в душ. Вот. Еще классно на него всякое наговаривать, а он ничего не понимает. I love her, she's the best. Он говорит, что я просто лучше всех, что он меня любит. Мы только что закончили снимать видео. Вот Николас, такая вот красотка. Уже Пашка вон там вот ждет. Смотрите, фотография с дня рождения Джона. Все, мы поехали домой. Пока. Пока. Love you. Come back. Мы уже съездили домой, покушали, отдохнули немножко. И сейчас мы пойдем в магазин, связанный со всякими хэллоуинскими штуками. Закрывается. Почему он закрыт? Класс! Просто супер-супер класс! Ты посмотри, там как эти сидят. Там так прикольно, да? Вообще, нифига, он огромный. Круто. Надо обязательно будет снять здесь просто отдельное видео, потому что по-любому будем ходить минут час, наверное, там. Да. В общем, мы не отчаиваемся, и мы приехали в 99 центов only.
Вот, чуть не врезалась в машину. Там, кстати, тоже всякие штуки на Хэллоуин есть. Зомби. Отрезанные уши. О, прикольно. Тут, смотри, вообще есть части тела всякие разные. Пальцы, там, глаза. Вот это, мне кажется, прикольная штучка. Вот эту я хочу взять. Офигеть, давай. Тотя, ты ведьма, что ли? Я ведьма. Ребят, напоминаю, что здесь все стоит $1. Здесь всякие масочки, пугалы. Можно в землю вот так возле дома руку воткнуть. Вообще классно. Или вот, допустим, такую из земли, представляете, торчит. Вы возвращаетесь вечером домой и кирпичи откладываете заодно. На двери можно повешать всякие штучки. Вот поэтому американцы все и украшают дома, потому что... О боже. Потому что все стоит $1. А вот эта штука зеленая не светится ли случайно в темноте? Не знаешь, кис? Кис-кис-кис. Не знаю. Или он череп? Да, да, светится в темноте. Светится? Да. Офигенно. Класс. Я предлагаю что-нибудь купить и повесить хотя бы на дверь. Что хотя бы у нас чуть-чуть был Хэллоуин. Ну, можно. Давай, что... Еще и с этой стороны я что-то как-то провтыкал этот момент. Да, тут даже прикольные, смотри, всякие скелетики. А-а-а, вот эта тема из паука. Офигеть. Бра! Смотри, не скелетан. Испугалась? Давай ее возьмем, прикольная штука, нет? Ну давай. Или ты хочешь вот такую руку взять, вот такую? А что с ней делать? Ну просто вот возьмем ее вот в камни, вставим, как будто такой скелетон лезет. Давай. Вообще офигенская тема. Еще смотри, он в кандалах. Это прям какой-то заключенный. Давай, давай. Дай мне свою сильную ручку. Кошмар. Еще тема. Все правдоподобное. Тут просто можно человека собрать из этих частей тела. Тут, кстати, на потолке привидение. О! Ночник в виде тыковки. Прикольный. Как бы здесь еще один ряд. Но только наполовинку здесь всякая осень. Да, вот эти офигенные. Да, очень классно выглядит. Призрак такой. Да. Кто играет в Dota 2, тот знает, что это такое. Это фуджа. Лучки. Мы, кстати, взяли на дверь вот такую вот маску. Светится в темноте. Пойдем домой, будем украшать все. Выбираем всякие маски на Хэллоуин. Смотрим, что тут есть. Офигенская? Ну, давайте. Так себе нет. Вот я нашел классный. Офигенская? Да, вот это получше. Ну, блин, не знаю. Паша. Катя будет в такой маске. Ты как какой-то снеговик-скелет. Я на венецианский бал пойду, а не на Хэллоуин. Осталось нам что-нибудь купить, чтобы над камином повешать. Правильно? Ты видела, как пацан танцует? Нет. Да вот этот, смотри. Эй, бинго, эй, come on. Такой классный, awesome. Лайк пацану за танец. Да, обязательно. Так, я пошел к себе в мужской отдел. Я пришел в отдел со всякими мужскими штучками. Тут все для машины, для дома. О, кстати, о, вот что мне надо. Отвертки. О, можно лазерную каску за доллар взять. Мне вот это надо. Вот нормально. Я отвертки себе возьму. Возьми. Буду типа хозяин. Что ты отверчивать будешь? Буду отверчивать там что-нибудь. Бежать точно. Бежим! Ветер! Бежим! Скорее! Ноги поля! Киса, быстрее! Зерцан, бежим! Так, картин. Мы будем снимать видео, как мы нарезаем тыквы.
Ребят, смотрите, что означает Лас-Вегас. Лас-Вегас – это когда в супермаркете у тебя стоят игровые автоматы. Тут кофемашина, все дела. Что там хочешь? Какой еще торт? Ты что? Я просто увидела, что торт всего лишь $5. Так, пойдем, женщина. Также в каждом супермаркете есть отдел, который называется seasonal. Это значит, что различные праздники, там детство Валентина, Крисмас и прочее, прочее, все подготавливают к этому празднику. Обожечки. То есть сладости, украшения, подарки. И все-все-все в этих отделах. Тут все связано с Хэллоуином. Допустим, привожу пример. KitKat Хэллоуин. 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 Ни одной надписи нету, а я пальцем показал. Что ты делаешь? Панда. Панда, панда, панда. Nice. Do you like it? That looks good. Прикольно. Мне нормально дышать, потому что в моей было вообще не очень. Ну, я чувствую, запотевает, начинают глаза. Как бы что? Эта маска стоит $8. Happy Halloween, Snickers. Вот, мы, в общем, не знаем, что взять. Глаза разбегаются. И в основном все в больших пачках. Да, в больших пачках все пробовали. И в основном это упаковка другая и форма. Да, форма другая. Типа формы в виде тыковок, да. Стабильно 2-3 раза в неделю ем хлопья, поэтому... Hi, guys. Hi. How are you doing today? Good, how are you? Fine. Спалилась? Это разноцветная кукуруза? Ну-ка, нюхни. Чем пахнет? Ничем не пахнет. Ее можно есть вообще? Ну, уже нет. Зачем она? Типа для красоты? Ты смотри, какая пупырка. Или вот это вообще некрасивая. Прям на Хэллоуин. Вот маленькие. Тыковочки. У тебя вместо головы тыква. $1.50 одна стоит. Нифига себе. Такой сегодня ветер вообще. А в CVS мы по аптеку не зайдем? Мы зайдем за CVS. Я бушко, сёма, а? Что? Вы понимаете вообще, о чем он? Это наш секретный язык, чисто такой секретный спецагент. А, который понимаешь только ты. Только я и секретные спецагенты подразделения. Ребят, кто знает такое подразделение, напишите в комментариях, потому что, может быть, есть среди наших подписчиков секретные спецагенты. Как еще у вас? Мне кажется, ли первый раз было что-то другое. Это секретный язык, тебе не понять, кис. Попробуй. Ну, Ашпачкин. Ну вы слышали, это у меня не получается. Тут тоже Хэллоуин. То же самое, я думаю, тут. А нам что надо? Мы зашли в CVS. Мы зашли в аптеку. В аптеку, да. Тут почему-то все какое-то красно-розовое и, ну, оранжевое. И поэтому твое лицо тоже оранжевое. Даже в аптеке тыквы продаются. Здесь нет того, что мы искали. Мы искали чипсы Читос со скелетиками, ну, специальный Хэллоуин Эдишн. Смотри, нету. В аптеке как бы тоже казино чуть-чуть. Ну, это нормально, это Вегас. Мы украшаем наш дом. Рука тоже светится, кстати, прикольно. О, она светится круто. Мне кажется, люди вот так вот будут идти с парковки. И тут хоп, рука светящаяся. Ха-ха-ха-ха-ха. Они будут пугаться. И наш черепок. Здесь недостаточно темно, чтобы он светился. Просто супер! Кто вешал, больше вешал. Надо будет вот на дверь тогда повесить на гвоздик. Завтра возьмем. Да. Поставили тыковку на камин,
А надпись решили повесить вот сюда, потому что она прям очень длинная, и на камин она не влазит. Вот зато у нас теперь тут тыква живет. Прикольная, мне она нравится очень. Наконец-то мы добрались до нашей суперпосылочки. Да, цветочки, я вообще от них в восторге. Прям, я прям не ожидала цветочки. И посылочка вообще офигенная. Вот просто до такой степени с душой. В общем, смотрим, что тут есть. Тут есть матрешка. Вообще прикольно. Да? Она открывается? Конечно. Там три малютки. Клубничное варенье. Супер. Тут есть икра. Вот это вообще, я уже не знаю, сколько не ела икру. Ну, год точно. Ну да, наверное. Мед. Там орешки. Офигеть, какой он классный. Тут, да, тут всякие орешки, кунжут. Ой, не кунжут, а что это такое? Инжир, наверное. Офигеть, смотри, это, наверное, вот инжир. Офигенный, да, мед? Вообще классный. Круто, я сейчас буду это есть. А-а-а! Тут есть две шоколадки Аленки. Так, нету так. Они разные? О, молочная, это моя! С разной начинкой. Моя левая. Да. А что, фундук-то тоже круто. Молочную хочу. А, Аленка. Вот это вообще прям круто. Я не знаю, это же... Ела ли я когда-нибудь вообще такое? Это пряник? А, ну, это пряник, я так понимаю, с вареной сгущенкой. И в виде кошки. Кошечки. Прикольно. Это покровский пряник, да. С начинкой из вареной сгущенки и грецких орех. Вообще круто. Мы сейчас будем пить чай. Вообще, не обидимся. А, да, мы сейчас будем пить чай, потому что у нас их целых три штуки. Это так, я сама это все первый раз смотрю. Молочный улун. Супер. Так, это я не знаю, что за чай. Секретный. Ты забыла, это секретная посылка. И черный чай граф Олаф с клубникой и черной смородиной. Так, вот это давай теперь угадать, попробуем по запаху. Чай-челлендж на ваших экранах. Это не чай. А что это? Конфеты? Это бальзам для губ с розой, натуральный бальзам. А вот граф Олаф этот чай? Да, это чай. А, окей. Там еще что-то. Это мыло. Крымское натуральное. Блин. Офигеть. Боже мой, огромное Дарья спасибо. Просто Максимова. Даже... Очень жалко, что мы, конечно, не встретились, но, блин, вообще вот прям огромнейшее спасибо. Я тебя прямо мысленно обнимаю, вообще вот прям... Это очень круто, прям спасибо огромное. Вот такой вот насыщенный у нас получился день. Мы пошли пить чай. Еще раз хотим огромнейшее спасибо сказать Даше. Спасибище просто. Просто спасибище. И... На этой позитивной ноте будем прощаться. Да, всем удачного дня, всем пока-пока. Пока-пока.